вот это у вас одну вещь потеряли, которую приношу нам. Ну, потеряли, ищите добра. Контейнеры, забитые мусором до отвала. Подобную картину можно увидеть практически в каждом дворе Читы. Новый год наступил, работа регионального оператора «Алерон Плюс» началась. Вот так. Ничего не меняется, свалки как не убирались, так и не убираются. То есть сейчас они еще начали, наоборот, в центре города расти. Потому что у «Алерона Плюс» всего 35 машин, они физически просто не смогут справиться с свалками. И если взять, допустим, во внимание то, что на природе много свалок, то есть кто их будет еще убирать? Они также продолжают расти, и они никуда не денутся. Лесной массив в микрорайоне Северный. Волонтеры десанта «Наследие» борются здесь со свалками уже не первый месяц, но отходов не становится меньше. Читинцы продолжают свозить сюда мусор, строительный и не только. Например, эти коробки с землей появились здесь недавно. В нескольких шагах от них большая куча из пластиковых бутылок. А сейчас перенесемся из Читы в районы края. Смотрите сами. Вот так вот у нас мусор лежит. Насколько я помню, последний раз приезжала мусоровозка 30 декабря еще. В том году, получается. Мусор уже все, уже раскиданный везде. Уже собаки идут у нас, питаются. Все разбросано. Три ящика вот этих вот их. Это видео прислал житель Шилкинского района. Мужчина уверяет, мусорные кучи растут, вывозить их никто не торопится. «Алерон» наших таких хорошо названных. Это просто одно место. Все остальные места то же самое. Никакой разницы. Здесь три, бывает местами по четыре ящика. Все то же самое. Впрочем, подобную картину можно наблюдать и в центре Читы. Улица Нечаева стала прибежищем для бродячих собак. Здесь мусор не убирали с середины декабря. На улице Новобульварной всего один контейнер. Читинцам приходится выкидывать пакеты с отходами во враг. Жители улиц Байкальская, Нискевича, Донской, поселка Горного присылают в редакцию фото своих мусорных площадок и возмущаются невидимой работой рекоператора. Дарья Калинина, Ника Новак, Анастасия Шадрина, ЗАП-ТВ.